Профессиональный праздник отмечают сотрудники надзорного органа. В честь Дня работника прокуратуры прошло торжественное мероприятие, на котором лучших отметили почетными грамотами и ведомственными наградами. Государственный институт прокуратуры существует в России почти 300 лет, и за это время он претерпел серьезные структурные и функциональные изменения. Но главной всегда оставалась задача по защите прав человека и интересов общества. Вы всегда на передовой, на самых ответственных рубежах государственного строительства, на защите прав человека и интересов общества. В органы прокуратуры люди обращаются по самому широкому спектру проблем. От беззаконий в системе ЖКХ до злоупотреблений недобросовестных чиновников. И по каждой теме вы непосредственно взаимодействуете с гражданами,